Ja, jetzt wollen wir uns bei Horsch Live mit Technik beschäftigen. Willkommen zurück. Тогда займемся техникой. Добро пожаловать назад в нашу студию. Следующая часть – это наши сейлки, именно Pront C. Уже в 2004 году эта техника была выпущена на рынок, и ее выделяют разные пункты. Во-первых, это высокая скорость работы по площади, но также и высок точность. То, что касается посева и в то же время достаточная легкость Pront DC. Сейчас в этом году мы обновили эту технику, мы занимались многими деталями, многими характеристиками оснащения, и сейчас мы хотели это подробнее посмотреть. Кай нам Sales Support работает, занимается именно сейлками, и я думаю, он тот человек, который сможет нам представить новшества. Будет интересный доклад. Да, Pronto известно тем, что здесь очень высокие скорости, до 20 км в час, и также согласовывается все это вместе с уплотнением почвы. Это уже много лет на рынке используется этот принцип Pronto. Вопрос: почему мы сейчас изменили эти машины, что нового, что добавляется? И сейчас я вам это покажу. Меня зовут Кай Кристиан Шрам. Я работаю за маркетинг продукции для сейлок. И наша цель – это расширить наш продукт, улучшить продукт, чтобы дать больше гибкости и больше пользы для клиента. Таким образом, мы реагируем на требования фермеров к нам, что мы можем здесь добавить или изменить. И сначала было очень сложно такой успешный продукт, как Pront, еще улучшить, сделать обновление его. Мы не хотели основательно изменять функции, потому что, в принципе, продукт хороший, все функции, все это согласовано друг с другом. Поэтому было сложно действительно улучшить оригинал. Если посмотреть на историю Pronto, в начале 2000-х годов эта машина у нас постоянно разрабатывалась дальше. Новые оснащения, новые опции, больше разнообразия для клиентов, согласование с разными регионами – наша цель. Например, в 2019 году у нас было введение этих двойных дисков, которые мы здесь взяли два пункта. Во-первых, мы хотели большую обработку на глубине, а также использовать преимущества первого и второго поколения. Здесь очень точно выполняется посев тогда в борозде при помощи этих двойных дисков. Этот съемник и также большое пространство внутри этих дисков гарантируют улучшенные условия посева и может лучше использоваться в работе на почве. Здесь мы уверены, что теперь правильно расположены эти инструменты, также и опыт из практики подтверждает это. Мы начали это уже в Horsch Experience Tour в прошлом году. Здесь мы сделали небольшое изменение. Да, 18 дюймов было изменено таким образом, что мы получили разрешение до 40 км в час, что значит, что теперь на разных сельскохозяйственных отраслях у нас будет больше возможностей. Наш дизайн Pronto 6DC можно всегда узнать. Также здесь удобство в управлении, оптимизированное удобство для оператора. Вверху в баке установленный вентилятор дает то преимущество, что количество засасываемой пыли понижается. Как опция, масляный охладитель предлагается, и таким образом охлаждается засасываемый воздух, и что не позволяет различным материалам, например, удобрениям склеиваться. Здесь система двойного наддува, которая позволяет тоже
распределять и не склеиваться семена. Крышка просто фиксируется и открывается при помощи этой ручки. Внутри баков находится такая сетка. И если действительно мне необходимо будет добраться до чего-то внутри бака, я могу всегда открыть эту решетку. На Pronto DC у нас есть еще одно новшество. Здесь мы просто в раскрытом состоянии мы можем поднять только одну сторону, таким образом, что здесь у нас больше возможностей, больше места будет при маневрировании, чем с большим телескопным погрузчиком. У одного бака сейчас объем 4000 литров, это на 400 литров больше, чем в прошлом, в двойном баке PPF. Он изменен таким образом, что распределительная колонна сейчас переведена внутрь бака. Это дало нам то преимущество, что у нас будет лучшая доступность и больше места внутри самого бака. На новых машинах с двойными баками у нас есть запорная заслонка. Если вдруг был выбран неправильный ротор, просто может вставляться эта заслонка. Это будет применяться также и для других серий в будущем. Здесь как третий бак идет еще дополнительно, куда добавляются семена для посева, так, то есть таким образом мы можем почти в два раза увеличить эффективность. Второй вариант — это PPF. Здесь внутри находится собственный вентилятор, собственная пневматика с распределительной колонной. Они часто используются для микрогрануляторов, других компонентов удобрения, но этот мини-дриль PPF может также использоваться для мелких семян, особенно то, что касается промежуточных культур. Это Pronto DC с двойным баком PPF и мини-дриль PPF. Так, действительно, я при помощи этих дисков, турбодисков, могу оптимально при помощи мини-дриль PPF носить в почву. Так, эти три компонента очень точно устанавливаются на почве, так что каждое семя ставится точно на необходимую позицию. И эта концепция у нас переносится еще и на следующий уровень. Так, интерфейс управления у нас оптимизированная и индивидуализированная сенсорным экраном. Следующее, в будущем у нас будет большое количество еще компонентов и секций. Такие стандарты на рынке, как Section Control, RAID и аппликационные карты, здесь уже в серийном производстве используются. Особенно здесь это нечто особенное. Здесь это опциональная распределительная канола переносит эту модель на совсем новый уровень. Но здесь можно и больше. Здесь возможно отдельное отключение рядов для следующего ряда и свободно настраиваемое расстояние между рядами, то есть 15-30-45 сантиметров может быть настроено. Эти функции все возможны, потому что в этой колонне может отсоединяться поток воздуха от потока семян, и отключение рядов до последнего ряда позволяет также экономию семян и экономию удобрения или предотвращение обход препятствий. То есть таким образом у нас повышается больше рост отдельных растений и понижается количество заболеваний, понижается расход удобрений и более удобно для окружающей среды. Вокруг машины светодиодное освещение идет, так что у вас будет определенная безопасность и дополнительное освещение установлено вверху на
баках, так что и в поздние часы работы вы точно будете видеть, что происходит вокруг вашей машины. Но, конечно, есть еще другие дополнительные опции, последуют в будущем. Наполнительный, например, шнек для двойного танка для 2020 будет использоваться. На 7-8-9 DC у нас уже запланирован на осень следующего года. Серийное производство будет, наверное, в 2024 году. Мы будем давать вам эту информацию дальше, то есть все еще. Развитие продолжается. Кай, добро пожаловать в студию. То, что касается нового Пронто, у нас несколько вопросов. Во-первых, речь идет о микрогранулят удобрения. Мы видели, здесь разделены разные баки, то есть какие возможности у нас есть забирать удобрения микрогранулят. У нас этот мини-дрилл спереди с определенного объема, куда добавляется этот гранулят. Так что, возможно, точная дозировка. В последнее время мы это много тестировали, много проверяли. То есть мы можем добавлять сюда этот миногранулят от полкилограмма до 60 килограмм. То есть могут достаточно гибко выбираться оснащения для этих баков. Дополнительно еще это 5000 литров в баке с разделением 60/40, которые я могу наполнить этим микрогранулятом, или двойные баки до 10 сантиметров, где возможно посев. Посмотрим тогда. Вся эта специфика на Пронто, как мы можем реагировать, какие возможности у нас есть экономии. На Пронто у нас все возможности есть. Во-первых, мы можем работать с аппликационными картами, картами применения, где возможно использовать разные форматы файлов на 6-метровой машине, например. На 6 метров можно использовать карты, или на двойной башне можно использовать на 3 метра разницы, например, с одной стороны 100 килограмм, с другой стороны 110 килограмм. То есть это то, что ты видишь, что это действительно развивается и дальше на практике. Тема этих карт применения, это действительно, эти карты в последнее время все чаще и больше используются. Вопрос действительно, насколько они могут использоваться, работают ли форматы файлов, как нужно или нет, но это зависит также от сорта, от культуры и от опыта фермера, насколько хорошо он знает свои посевы, чтобы полностью использовать этот потенциал. Диски мы видели на машине, это нормальные диски, так сказать, здесь, или есть какие-нибудь альтернативы, что можем вот немного более на плоско работать. Да, у нас есть возможно поставить дрохера диски, чтобы обрабатывать не так глубоко почву, или режущие диски поставить так, что будет разрыхляться только верхняя часть поверхности, или экологические фермеры особенно любят это использовать, где действительно они не хотят очень глубоко разрыхлять почву. Если какие-нибудь возможности еще с 50 на 30, например, переключать, у нас есть маленькие тройники, которые у нас уже используются на фокусе в зависимости от расстояния рядов борозд. Соответственно, это может объединяться в зависимости от культуры. Есть разные методы применения. Для сои, например, разные тройники устанавливаются, чтобы лишний воздух мог отходить оттуда. Двойные диски, ты сказал, турбодиск 3 у нас, то есть уже у нас третье поколение, мы сказали. Какие здесь особенности? На батарее у нас перед погрузчиком наполняются семена, то есть внутри у нас большое пространство, где действительно производится сама очистка. У нас была очень мокрая, влажная осень в этом году, и мы увидели, что в мокрых условиях очень долго эти машины могут работать. Здесь
Если внутрь стержня попадает еще немного земли, тоже это все равно может работать дальше. То есть здесь у нас, возможно, долгая работа в мокрых условиях. Униформер, что такое? Это такая, как маленькая резинка внизу, особенно если мы работаем с очень мелкими семенами и немного воздуха в системе, чтобы эти семена фиксировались немного, прижимались туда и в конечном итоге разделялись. На Pronto мы говорили о новой концепции управления, то есть сенсорный экран, например. Есть ли еще какие-нибудь дополнительные положительные пункты для пользователя в зависимости от машины, от версии машины, разная индикация будет, которую я могу индивидуально для себя настроить. Там я могу это отобразить в своей маске пользователя, настроить так определенное число оборотов, например, ресивера, определенное число оборотов вентилятора, маркировки. Через Delta Step могу автоматически откорректировать настройки, то есть полностью индивидуально. Я могу настроить свой интерфейс управления так, как мне это нужно, то есть то, что я чаще использую, что мне нужно. Рабочая скорость, мы говорим, до 20 км в час, что теоретически возможно. Как ты думаешь, что действительно реально на практике? 20 км в час, это действительно, по практике можно сказать, это от 12 до 16 км, это, как правило, то, с чем работают клиенты. Может быть, где-нибудь в Баварии, где больше холмов, там может быть немного меньше скорость. Зависит это, конечно, от поверхности почвы. То есть это очень многообразная продукция, много разных деталей, которые мы еще улучшили. Так что в конечности мы можем получать высокую точность, высокую мощность и предложить клиенту оптимальное предложение. Кай, большое спасибо за короткое это представление. И тогда эта часть у нас сейчас готова. Мы сейчас продолжим с нашими следующими докладами. Спасибо.